Дорогие друзья, всем здравствуйте, всем привет. Все, кто меня не видел на канале YouTube, с Новым годом. Напомню всем, друзья мои, что теперь стримы по Counter-Strike идут именно на канале Hard Games. Ну а сегодня первый стрим в 2020 году по Ведьмаку. И, как, конечно же, это лайк, это подписка, кто еще, конечно же, ребят, не подписан, потому что многие меня смотрят без подписочки. Приятного вам просмотра. Хорошего вам настроения. Погнали! Читаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, значит и предавать нечего. Здешний Нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у тебя в жопе дырка. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север. По дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронец просто бросил. Как только Нильфгаард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ты что-нибудь слышал о веллинских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И херо знает, что еще. Ну хорошо. Прощай. Так. Найти Тамару и дочь барона. Ну что ж, давайте. Поищем. Ну ебадун меня. Я даже вам рассказать про картинку не могу. Это просто. Ой. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Переживает он за дочь, переживает. Скажу, все скажу. Где покража спрятана? Мои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. Ты сиди тихо. Силы на связи поделили. Пойдем у родину покормим, а то небось с голоду свои сопли жует. Так, ну что ж. Ну лучше. Давай закинем бафы. Говнюк. Эй, мужики, погнали. Может, на эту чудищу поохотиться? Найти Тамару, дочь барона Велине. Я предлагаю сразу же пойти по этому заданию. Но вот только где это? Угу. Угу. А потянем ли мы эту тему? Вот это вопрос. Потянем ли? Потому что одеты мы довольно слабо. Так, а ну-ка. Опа. Кстати, что у меня в инвентаре? Почему у меня так 23? Что столько места занимает? Ну-ка. Ой, скверно ты выглядишь. Ну-ка. Вы не из Бароновых, правда? Что? Неплохая работа, моему любому. Самогону желаете? Мне так чисто просто интересно. Покажи мне свои товары.
Что-то у меня так много места занимает. Угу. Раз. Два. Три. 18. Угу. 17. Угу. Угу. Эмилия, спасибо огромное. Зовут меня Лёха. Спасибо. Добро пожаловать. Располагайся. Если чё, стримы каждый день буду всегда рад видеть. Лошадиная шкура вот чем много места занимала. И цепь. Красиво. Будь здоров. Будь здоров. Рад видеть. Осторожней, доходяга. Такс. Надо, наверное, по знакам вопроса все-таки пройтись. Блин, а потянули я их, эти знаки вопроса-то? Я думаю, вот это крыло надо попробовать вычистить. Здесь. Потянули. А что, чем черт не шутит? Давай попробуем. Давай попробуем. Мне кажется, сейчас там меня нагнут просто во все щели. Блин, нереальная графа просто стала. Просто нереальная. Так, ну что? Давай. Плотва, не так быстро. Шевелись, плотва. Погнали. Так, погоди-ка, я боевку вспомню. Угу. Угу. Давай попробуем. Что-то мне кажется, человек в беде. Ах ты в жопу укушенный. Ну давай. Учи давай. Сейчас. Кто-то, сука, выхватит. Нормально, пацаны, вы тут. Так, а ну-ка. Чё с лицом, брат? Чё с лицом, ребята? У, сука! Ля, тварь, с дрыном, а? Бля, жесткий. С алебардой вообще лютый тип. Все, дружище, Москва конечная. Неплохо. Неплохо. Давайте я, наверное, белые вещи брать не буду. Я синенькие только пособираю. Ключ от клетки, кстати. Гроши. Угу. Цирюльник. Привет. Ну, выходи. С
Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вдруг окажетесь у нас в глиннике, заглядывайте. В глиннике. Я вас за так подстригу и побрею. Забились? Забились. Окей. Слушайте, ну здесь я вытянул. С горем пополам, но вытянул. С алебардой, конечно, лютый был тип. Прям максимально лютый. А не, он не блочится, ничего. Так, погнали дальше. Но. Искать приключения. Мне интересно, где я сегодня упаду. Интересно, на каком... На каком монстре или на какой группе я сегодня упаду здесь. Тараканы? Парни. А, не блочится, это я понял. Ёпта! Тихо, ребятки. Ага, понял. Так, а ну-ка мне. Отойдем маленько. Так, а ну-ка. Сейчас мы ваш сучий рот ваш маленько пофиксим. Машина просто в деле. Спокойно. Жесть вообще просто какая-то. Он, я прошу прощения, он там сколько парировал? Мутагены. Мутагены — это хорошо. Но красных мутагенов, кстати, так и нет. Красных нет. Синие есть, красных нет. Так, добро. Мне интересно, что они здесь такое охраняли. А, ложь. Мать твою, кто? Ну, давай. А это, говорит, мама. Даже так? Ну, допустим. Да ну нахер. А, понимаю, понимаем. Щемись, пацаны. Нормально ты так раздаешь, скажу я тебе. Жестко. Живем нормально. Спокойно.
загорелась. Ай, хорошо как. Офигеть. Not bad. Трубка, в принципе, нам не особо нужна. А вот что в сундуке? Ну, такое. Такое. Но очередная пачка крипов упала. Пару рецептов. Это хорошо. Давай, не понял, это что, бандит, что ли? Здорово, пацаны! Ага, давай. Давай, давай. Упал, дурачок. Так. Да ладно. До свидания. Еще один сундук. Там два сундука. Да ладно. Два? Вроде же один был. Погоди-ка. Два разве? Не, люди пишут два. А, спасибо, ребят. Но он не такой, типа, важный, но тоже пойдет, почему нет? Пойдет. Так. Продолжаем, пока держимся. Слушайте, ну лут прибавляется, ребятки. Камни, мечи и все остальное. Левел-то тоже качается. И это хорошо. Так, что у нас тут? Не понял. Шевелись, плохо. Стример не тупой. Конократ. В смысле конократ? В Ракикаке не было такого. Я просто взял на время погонять. Нельзя что? Какой билд? Full DD билд и максимальная сложность. Да отстань. Full DD билд, ребят. Скорее всего, в кота пойдем. Но максимальная сложность, поэтому я предлагаю лучше сохраниться. А, даже так. Предлагаю сохраниться, а то можно, может закончиться все очень плохо. Так, кто нас здесь ждет? Третий наш знак вопроса за сегодняшний день. Бандиты. Здорово, парни. А, даже так? Разговор не задался. Что это может быть? Что-то пошло не так в нашем уютном разговоре. И пацаны что-то все тут пали.
Ну, на самом деле, с дезертирами разговаривать я смысла не вижу. Как бы такое себе. И, кстати, агрессию проявил не я первый. Ну, вот, за это спасибо. Так, что вы здесь охраняли? О-о-о. Неплохой хабар, я вам скажу. Слушай, неплохо, неплохо. Прям. Прям от души. Прям вот от души. Продолжаем. Ну, тут как бы понятно. Я у мамы пират. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Что-то их тут... Не многовато ли вас нет здесь? Пополам сразу. Давай. Поехали. Спокойно, 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 тихо. Шо, пацаны? Ну, сколько мне еще ждать? Спокойно. Все, хватит. Просто такая мясорубка. Одна ошибка, и я отлечу сразу здесь. Кто-то ему еще стрелу закинул. Или мне показалось? А-а-а. Вижу, вижу. Слушай, здесь целое... Здесь у пацанов целое, на самом деле, логово было. Здесь прям... Серьезно так ребята отдыхали, я вам скажу. Опа. Капитан, мы ищем этот клад королевы Зулейки. Ну и, к сожалению, так сказать, буй. Зато устриц мы порядком наловили. Пальчики оближешь. Капитан, а вы уверены, что карта настоящая? А не липа какая-нибудь? Мне так видится, этот мореход нас надул. Но будем смотреть, чтоб нас тут что-нибудь не сожрало. Так, вот это давайте-ка вот этого... Это нас тут что-нибудь не сожрало. Мне вот вообще вот это вот не по кайфу. Кто это там сожрать кого хочет? Так. Вчера мы нашли на дне серебряную тарелку и брошь с рубинами. Значит, клад королевы Зулейки и правда где-то тут. У западного берега полно затонувших кораблей. У западного берега полно затонувших кораблей. Так. Там... Так может там... Трюме где-нибудь.
Пока проверять не пойдем. Волны слишком высокие. У западного берега. Опа. Так. Эва, оно что, Михалыч? Понимаю. Слушай, ну мы здесь их столько, я не знаю, минусанули. Сколько здесь их пало? Кто-нибудь вообще считал? Сколько их попадало, пиратов? Я просто, ну, я даже боюсь вообще представить, сколько. Их прям реально здесь очень много упало. Я не знаю, ну сколько, наверное, пару десятков их здесь, поменьше, наверное. Оу. Слушай, тут ребята, кстати, нормально себя так чувствуют. Ну и ветер. 14-15. Так. Ну что, надо сейчас к затопленным кораблям идти. Может быть... Может быть, что-то годное и найдем. Так. Слушайте, они здесь так неплохо, на самом деле, обитали, ребята. Прям... Прям бодро. Спасибо за сапки. Плоты тут какие-то соорудили. Они, слушай, там какой-то, видать, клад лежит. Какой-то конкретный. Ну, кто там может быть? Эти утопленники. Ну, утопленников мы сейчас, в принципе, на ноль с вами поделим. Вообще не проблема. Блин, тут такой дроп вообще просто сладкий. Вот прям реально сладкий. Химический порошок, проволока. Здесь всяких ингредиентов просто миллион. Слушайте, ну а что, пойдемте сплаваем, наверное. Опасненько, правда. Где-то там вот этот клад. Так, я надеюсь, здесь моих друзей нет. Так, давайте попробуем. Ну-ну. Ну-ну. Так, погодите-ка. Давайте-ка вот так вот сначала сделаем. Я припоминаю, конечно, эту бабу, но... Ну? Сколько мне еще ждать? Ой, мать, чё, мать, чё делаешь-то? Слушай, мы ее, кстати, можем... Мы ее с вами, кстати, можем минусануть, по идее. Это будет долго, но, наверное, за нее опыта неплохо дадут. В принципе. Но. Я бы не сказал, что она сильно сложная. Просто ее долго кайтить надо будет. Я так что-то подумал и решил просто сразу напрямую к кладу поплыть. Я вообще так с самого начала, на самом деле, планировал. Я еще такой думаю, побиться, что ли? Потом такой подумал, говорю, не. Вот эти вот ваши, вот эти всякие эти. Не-не-не-не-не-не-не. Ну-ну-ну-ну. Так, вот здесь вот надо помедитировать. В лужу вообще прям идеальное место для медитации. Просто идеальное. Нет, я вам главное говорю. Вот какой дурак полезет на 15-й левел? А вы мне? Нет, Леха, давай. Так. Где-то здесь клад. В трюме корабля, да, они говорили? Так, не понял. Так, мимо.
Да ёпте! Да, артовод из меня херовый. Но, может, даже это и к лучшему. Ну! Во. Вакнул. Красиво. Так, трюм корабля. Ну чё, полезли. Найти бы теперь только этот трюм. Так, с этой стороны пусто. Угу. Нашел. Так, всплываем, дышим и поплыли. Все, готовы? Поехали. Так, ну там, по идее, должен быть какая-нибудь воздушная подушка или еще что-нибудь. И что это за сокровище-то? Алло! И все? У меня, кстати, сейчас плохие очень предчувствия. Давай, родной! Да ты застрял! Ну нет! Нет! Пожалуйста! Magic. А где мое сокровище? Алло! Найс, штаны, кстати. Погодите, не может такого быть. Да ну. А, ну это 6-й левел меч. Плюс 19. Нормально. Нормально синий меч выбили. Не-не-не, мать, все. Я понял, что у нас с тобой. Ой. Ахтунг. Так, хорошо, ладно. Знак вопроса этот мы одолели с вами. Будем считать, что одолели. Погнали сюда. Слушайте, ну обычный синий меч. Просто он тупо 6-го левела, и все. Ничего нет в нем особенного, ничего нет в нем. Нихера себе. Неплохо. Удочка. Всегда мечтал об удочке. Не, ну это же реально жиза игр. Типа, ты там крафтишь. Я не знаю, что-нибудь выбиваешь там. Думаешь, как выбить что-то желтое там или зеленый сет собрать. Ходишь 3 часа, потом тебе просто падает какое-нибудь серое говно, которое... А что, тут нет никого, что ли? Тю. Да ладно. Что, халява, что ли? Прикольно. В облике зверя. Они вошли в его хижину и стали искать. Сперва они набросились на его ложе. Простыня была покрыта сухими веточками. Это было первое доказательство. Ибо когда волколаки возвращаются на рассвете после ночной охоты, то приносят с собой на ногах мелкий лесной мусор. Я так подумал... Я бы, наверное, здесь до ночи не стал оставаться, поэтому есть предложение одно. Не понял. Здорово, пацаны. Откуда вы тут нарисовались-то? Так, ну-ка тормозите-ка, погоди.
Это эти, что ли? Мамкины эти. Давайте ему устроим ловушку. Понимаю. Бывает. Так. Оп, оп. Здорово. Ой. Саны. Не-не-не-не-не-не-не. Ну давай. Чего? Че он там сказал? Тук-тук-тук, щиточек-то не бесконечный. Тук-тук-тук. Нехорошо. Плюс меч. Текс. Продолжаем. Не надо. Ну что вы начали-то опять? Жопа, яйца. Что за народ, а за такой гопники? Ну давай. Нарвать ему яйца сразу. Ты, кстати, голову, по-моему, потерял немного. Слушайте, ну это самые простые знаки вопроса, на самом деле. Самый вообще... Просто изи лут называется это. И все? В смысле? И все? Слушайте, мечик я, наверное, все-таки поставлю этот. Потому что он прям реально... Прям намного жестче моего. Я, конечно, понимаю, у меня там всякие плюшки, там всякие замедления, херени и все, что можно, но... Не, ну он прям реально прям круче. 81 урон. Да как так-то, а? Обычный синий меч. Просто 6 левела. Все. Окей. Так, поехали. И знаете, все знаки вопроса, они прям рядышком. И, ну, прям вот халява. Ну что, паскуда? За ВДВ. Вайп рожал. Опасно! Опасно! Не стреляй! А то убью нахер. Кто тут по мне? Мамкин лучника. Отстань! Отстань! Давай, в своего! Оп-оп-оп! Ах ты, сука! Слышь ты! Леголас, блядь! Ля тваря! Я у мамы леголас! Давай-ка вот без вот этого. Блин, шустрый. Иди, иди сюда. Come to papa, bitch. А там кто, волки, что ли? Не-не-не-не-не-не-не, пацаны. Ну-ну-ну-ну-ну. Волками мне вообще драться сейчас не хочется. У меня как раз хилки все в откате. Можно здесь же и остаться. Нормально у пацана дроп. Просто кроличья эта шкурка. Ну а почему бы и нет?
Нифига себе, комбинезон лучника. О, легкий. Тю. Ой, как красиво. Ой, какой красивый у нас он теперь. Ай, прям. Ай, какой прям. Прям вот. Ай, какой. И опять синяя обычная шмотка. Самая-самая обычная дефолтная синяя шмотка. Ничего особенного. Тупо плюс 5% к мне. Красиво. Блять, загорелся. Лаги. Так. Здесь все прям под жопой. Тю, это ваша база, что ли, тут целая? Пацаны! Спокойно! Спокойной ночи. Пацаны, сейчас все покажу, смотри. Ой, смотри, пацаны, сейчас все покажу, смотри. На! Сейчас, пацаны, сейчас еще покажу кое-что. Сейчас, где-то я здесь видел. Тихо, иди, пойдем. Да подожди ты, блядь. Что вы, сука? Ай, блядь, как больно-то. Fire in the hole. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно, говорю. Ахтунг. Бля, они еще и на упреждение стреляют, вы че? Что-то я не ожидал здесь вас столько увидеть. Блин, ворваться, что ли? Давай ворвемся. Так, врываюсь, пацаны. У тебя сегодня плохой день. Ай, бля, горим. Понимаю. Там с арбалета нормально влетело, кстати. Слушайте, я понял одну вещь. Нам надо срочно прокачать вот это отбивание стрел. Потому что они прям... Они прям вообще лютые. Они вот прям реально лютые. Мы здесь близко, если что. Здесь это прям совсем близко. А, ну да. Здесь прям можно пешком добежать. Что, кстати... Кого? Причем они прям реально отходят. Меня реально... Меня из всех дамажат, по-моему, только лучники. Только лучники. Бля, лучники прям нереально опасные. Очень опасные. Ай-яй-яй-яй-яй! Пойдет. Слушайте, надо нам подготовиться перед той битвой. Надо нам как минимум отхилиться. Сменить. Он же в тот раз синий был. А что, так можно, что ли, было? Окей. Слушай, это мы так неплохо с вами умерли, я вам скажу. Прям вообще нормально умерли. Золотой. Что это за лютый меч такой? Новиградский, обычный, длинный меч, все. Так. Сейчас пойдет заруба. Заяц! Заяц, ты меня слышишь? Слышь.
Блин, вот этот лучник и комбинезон прикольно смотрится. Надо вообще, кстати, прокрафтиться, потому что бабки есть, все есть. Кстати, ребят, не забывайте на канале отслеживать нажать, потому что Ведьмака мы проходим нон-стопом. Бей его, давай! Вали его на бок, ломай ему хер, бам! Суицид Тим. Блять. Лол. Сохранись, я же сохранился, ребят. Нормально ворвался, чё. Не, ну... Я опять не сохранился. Да как это вообще работает? Да в смысле? Я же сохранялся. Понимаем. А, это я типа просто помедитировал и все, да? Нет, стример определенно не тупой. Нет. Стример умный. Стример не тупой. Нет, 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 нет. О, волки. Пацаны, пойдем, что покажу. Ля-ля-ля-ля-ля, пошла. Так, а ну-ка мне лошадку, дайте-ка сюда. Да подожди ты, ёпта. Лошадка, лошадка, забери меня отсюда. Ай, блядь. Лаги. Слышь, пацаны, пойдем, что покажу. Тут вот дезертиры. Бля, как же вас травить-то, а? Я уверен, можно как-то это сделать. На нахер! Не с той стороны. Саглы. Тебе как бы тоже не сильно хорошо. Хочу по секрету сказать. Приятного аппетита. Привет. Все по лучникам. Да я успел же. В этот раз прям еще даже симпатичнее все это произошло. Блин, в этот раз зато синий этот. Ладно. Чего страшного, это уже мелочь все. Так. Вот теперь. Так. Стример не тупой. Так. Нихера себе. Not bad. Слушай, можно пошла. Так вообще на дропе жить просто. Так, здесь сразу на характере. Эй-эй, пацаны, здорово! Еще можно сдаться. Можно сдаться, а можно и не сдаваться. Помогите! Помогите, лагает! Ай, блядь! Блядские пчелы.
Это какие-то неправильные пчелы. Они, по-моему, делают неправильный мед. Так. Здорово! Опа, сразу никто не ожидает. Все, опа, мансую. Мансую, опа, опа. Опа, замансовал. Все, 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 все. Ай, блядь, больно. Ай, 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 лагает. Ай, ай, ай. Ой, ой, ой. Ёпта, там, что там за Робин Гуды-то такие? Смотри, красиво, опа, влетаю, врываюсь, смотри, раз, два, все мимо, все, да, все, просто взяли, подожгли, все, мансуем, раз, мансуем, два, мансуем, три, взрыв, бам, все, все, все умирают. Шо, перезаряжаемся, да? Перезаряжаемся, иди, сука. Иди сюда. Сюда мне вот эту... Ай, блядь, больно! Не надо, тетя! Ля, тварь! Ай, ай, блядь, лаги! Сука! Так, нормально, нормально. Нормально. Да с лука хоть можно это... успеть, а с арбалета что-то как-то не шибко, знаете ли, успевается. Так, нормально, нормально. Но тактика была красивая, согласитесь. Но это было очень близко. Так. Подхожу и такой как бы выглядываю. Опа! Так. Давай, 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 давай. Опа, все, да? Ой, бля, сейчас как... Ля! Просто минус 4 дауна. Что такое? Что с лицом? Что с лицом? Что такое? Домой! Что это может быть? А, стрела это, блядь! Стрела! Бля, буду! Яичко правое на отсечение ставлю, что это, сука, стрела! У, сука! Я у мамы, блядь, леголаз! Поиграй на сложном! Поиграй, блядь, на сложном! На смерть легкий режим! Серьезно? Я проходил! Для тваря, блядь! Что, драться разгонял? На, нахер! Домой, блядь! Ну, суки! У меня аж брови, блядь, зашевелились. Но вы теперь точно встряли. Так, плотва, ну-ка иди-ка сюда. Сейчас я точно ворвусь. А, ну-ка. Расчехляй, дилдак. Тыгыдын, тыгыдын, тыгыдынский конь. Опа, арбалетчик. На! Бля, мимо, лагерь. Опа, шо, не ожидал, да, здорово. Я здесь, дурачок. Ха-ха. Никак не попадаем, да. А что такое? Что такое? Что, что, что? Ай, блядь, лаги. Ай, 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 блядь. Ай-яй-яй. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здорово! А, шо, одни, да, остались? Одни, да? Ага. Шо, арбалетчик, да, сука? Арбалетчик, говорю. Ай, блядь, не надо, не надо. Лошадью ходи. Ай, блядь, лагает. Ай, лаги. Мимо. Помогите. Ай-яй-яй, блядь, больно. Ай, сука, больно, отстань. Минус дурачок. Сюда. Ай, блядь, лагай. Все, 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 минус три. Ай, блядь. Банул ее. Так, я иду к тебе, мармеладный мой. Иди в мои объятья. У, сука. Вали его! Ай, блядь! Лагает! Ай, блядь! Помогите! У, сука! Блядские покемоны! Отстань! Да, блядь, не надо! Продолжаем наш разговор.
Проклятый Вьетнам. Так, ладно. План Б надо. План Б очень простой. Надо ворваться. Так. Блять, лошадь, дура! Да ёб твою мать! Ты конченая! Да ты, сука, здесь деревья! Да никакого праздника, блять! Шарик, дверь закрыли, шарик не дали! Стоят вот так вот с арбалетом, блять, смотрят! О, сука! Ха-ха-ха-ха, я жив! Сосать! Что? 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 Ага, да, сейчас, блядь! Ага, да! Все, у меня теперь есть щит. С щитом сейчас просто будет врывалово. Все, с щитом меня никто не пробьет. Эй, дурачок! Эй! На нахер! Бля, лаги. Что, обидно, да? Опа, квенчик. Помогите, пожалуйста. Кучей! Сосать. Подано. Бам. Хорошо. Так, один дурачок еще горит. Спокойно. Опа! А, шо, сука, не ожидали, да? А, шо, не ожидал, да? Смерть! Сосай! Охранный щит! Ай, блядь, щит. Да за шо? Шо, здесь не достреливают, да? Не достреливают. Обидно, наверное, да? Так. Так. Опа! Что такое? Что с лицом? Щиток. Сюда. Идем сюда. Домой. Так. Опа. Опа. Скилл мангуста. Реакция белки. Ай, блядь. Сейчас тебе колечку я спляшу. На нахер. О, обидненько, да? Так, сюда идем. Опа, самансовал. Что такое? Бобоська, да? О, сука. Сейчас, пацаны. План бочка сейчас будет в действии. Давай, родной, давай, перезаряжай быстрее, а Христа ради. Всех автовазовских богов, спасибо большое. Бам! На нахер, еще минус два. С первого раза. Изи просто. С первого раза артоводов завалил. Угу. С первого раза, Лех. Вырежи там, пожалуйста. Лех, вырежи, пожалуйста, там все смерти. Спасибо. Подрежь там для Ютуба, скажем, что с первого раза. С первого, ребят. Не, ну все видели, что с первого. Что все плачут-то, я не пойму. Ёпта, радоваться надо. Я вон бутерброд нашел. Ну ёб твою мать, туберкулезники, блядь! Чего? Кого? Бывай. Как бы выражая о помощи попросил. Сейчас, да. Все брошу и буду... Вы бы хоть кто-нибудь спасибо, что ли, сказал? Ну так хоть для приличия, я не знаю. Так, чисто пресс-эфочку кто-нибудь закинул. Я вам тут деревню целую освободил, а вы...
Это я не про вас. Я не пойму. Почему такой дроп такой слабый? Кого? Щелуха там у нее желудевая. Я тебе, значит, рассказываю. Ага, да. А, это я даже еще со старым мечом, да, дрался? Понимаю. Тип-тип, 81 урон. Это вообще какой-то... Это я со старым мечом дрался. Просто, ну, держу в курсе. Ну, просто кому интересно. Янтарь, уголь, изумруд. Пожилой человек. Осторожней, доходяга. Сейчас разочек вам шибану сюда. Так, я так подумал и решил, что надо сначала здесь вот так вот сделать. Потом вот так вот сделать. Не понял. А где? Вот сейчас только мне ничего не говорите, хорошо? Спасибо. И броня говно. Все говно. Все херня, Миша, давай по новой. Слушайте, изумруд, то, что мы нашли, мне такое понравилось. Так, я предлагаю на этом серию я закончить и сразу же сделать другую серию. А ты, друг мой, который смотришь меня на Ютубе, подписывайся на канал. Всем, кто, ребят, хочет копеечкой помочь, спасибо огромное за спонсорки. Напомню всем то, что стримы по Ведьмаку каждый вечер на Твиче. Ссылочка внизу в описании. Подписывайся на телегу, всегда будешь знать о новых стримах. И всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я Леха, мы Никон Тарадун, вы находитесь на канале Hardplay, продолжаем играть в Ведьмака, идем по основным квестам. Это я такой. Это я теперь такой быстрый. Так, где у нас исследовать все оставшиеся зацепки в Велине и найти жену барона? Слушайте, а может вообще не к жене барона пойдем? Или к жене барона, или нет, или да, или нет. Может, что-нибудь еще какие-нибудь квесты, а, посмотреть? Может, какие-нибудь доп-задания хорошие есть? А где вот этот квест? Расспросить Долорес о чудище в ее особняке, кстати. Можем выполнить. 6-й левел и какое-то чудище. Продолжая путешествие по сельским просторам Велина, Геральт остановился на постой в деревушке Залипье, где встретил разбитую горем пожилую женщину. Что же произошло? Несчастная оказалась на улице, когда в ее семейном особняке поселилось какое-то чудовище. Так, тупо убить в особняке чудовище, что ли? И все? Так это сейчас с первого раза. Захотела, уставился. Сейчас тут обидно было. Так. Чего? Смотри. Предлагаю сыграть в гвинт. С первого раза. Вы мне в комментариях, кстати, писали, сыграй в гвинт. Я, кстати, профессионал в гвинт играть. Я профи, кстати. Not bad.
Ну что ты, что ты, что, что? Сразу я бы на твоем месте сразу лучше сдался. Просто сразу пятерочка вот сюда входит и все. Все, да? Да сразу сдавайся. А, трибушет, да? Есть у меня подарок один для трибушета. Легчайший просто. Легчайший. А, катапульта, да? Еще ставь. Прям вот рекомендую. Не то. Чё у нас там? По-моему, мгла, да? Или не мгла? Ой. Я, по-моему, маленько кое-что перепутал. Ну, как говорится, next, если что, затащим. Противник спасовал, да? Пасуем, да, значит. Я понял. Все, короче, next выиграем, несите трон. Все понятно. Ясно. Стример не дурачок. Я забыл то, что это не на катапульты действует. А, кстати, я, скорее всего, здесь еще и выиграю. О, я выиграл. Ну, типа, лол. Ну и чё? Ну. Ну окей, допустим. Спасибо, Эзи. Откуда? В смысле? Почему не могу? А, вот. Да ты рофлишь, дядя! Эдди, спасибо. Господи! Что? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Я передумал в гвинт играть. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Ну давай я перебьем. Я могу заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ну кто может в доме жить? Шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому бесплатно тебя не отпущу. Так. К востоку отсюда.
Я как пошла за кор... Что, бля? Yes. Нихера ты, мать. Ты что, не слышала, что охотник говорит? Я думал, здесь день близко. Вперед, плотва. Туда пилить-то, кстати, так нормально. Слушай, там дом здоровый. Там, мне кажется, какой-нибудь сейчас... Прям... Не, ну хотя шестой левел квеста. Да прыгай, дура! Но. Ну давай, родная! Михалыч! Салам алейкум! Скотина. Ой, ай, лаги. Миша, не надо. Миша, не дури. Миша, а где подъем? Миша, подожди, пожалуйста. Не надо. Не надо. Миша, не надо. Михаил. Мишане не надо, ну его нахер, Миша. Ёпта. Миша. Михаил, не надо, родной. Иди сюда. Миш, ну его нахер, не надо. Лошадка, пойдем отсюда. Это была очень плохая идея. Я что-то передумал. Лошадка, пойдем отсюда. Не, ну. Нормально все? Лошадка. Что мы какое-то место нашли такое, знаешь? Какое-то оно не особо... Бейся, трус. Я не трус, но я боюсь. Чё сразу трус-то? Ну там Михалыч моего левела. Ну куда там? Он мне глазик это немножко притянет к одному месту. О, как. Паркур! Кстати, да, место знаешь какое? Я смотрю, что-то знакомое. Здесь же волки, да, были, когда на Цири нападали? Тут же были волки, когда на Цири нападали. 100%. Я ведь помню это. Блин, что ж там за чудище-то такое? Мне интересно даже в доме. Да там не дом, там целое поместье у нее. Ау. Так, ну волков мы пропустим. Ну кто там может быть? Привидение. Ну кто там еще может быть? Я не знаю. Ну, типа... Должно быть, об этой усадьбе старушка и говорила. Так. Тормозите. Твою... Кто бы это ни поставил, он знал, что делает. Чудище ловушку поставит. Это здесь есть. Так. Погоди-ка. Так. А ну-ка. Ловушечки доставим. Растяжка. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Покончим с этим. О, где? Кто на тебя... Санктум спиритум. Леший 20 левела, да ну нахер. Так, с этим разобрались. Тут я не пойму, все заминировал. Лошадь, ты так, очень... С этим ты очень много к себе... Охереть. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан.
Встретимся в следующем видеоролике.